Друзья, сегодня я хочу поговорить с вами о такой очень интересной вещи, таком современном психологическом феномене, как саморетравматизация. Саморетравматизация. Если такого термина еще не было в современной психиатрической, психологической практике, я сейчас вам его раскрою. Это, считайте, ноу-хау. Саморетравматизация – это такой особый психологический механизм, который запускается где-то в глубинах нашей души. Хотел сказать нашего подсознания, ладно, нашей души. Как это происходит? И когда я сейчас буду говорить об этом, вы наверняка узнаете в этом или себя, или кого-то из близких, но об этом важно говорить, и об этом, к сожалению, мало где, так чтобы всерьез, говорилось вот в таком ракурсе, в котором мы сегодня коснемся. Ну, во-первых, всем или многим из вас известная практика, православная практика покаяния в своих грехах, сокрушения, несения епитимии или какого-то покаянного такого времени. Это когда нужно припоминать грехи и сожалеть о них, припоминать ошибки свои и сожалеть о них, скорбеть. Это и есть саморетравматизация. То есть я должен вспоминать плохие моменты в своей жизни, о них сожалеть, напоминать об этом себе чем-то, поклонами, может быть, чувством вины, сокрушением, и ретравматизировать себя для того, чтобы в конечном итоге чувствовать себя правым, живым. И это парадоксально, через чувство собственной неправоты приходить к чувству собственной оправданности. Ну, сумасшедший вариант. Совершенно, но многие так живут, к сожалению. Ну, если, опять же, я здесь не полемизирую с христианской, с учением Христа вовсе, потому что его простые слова «иди и впредь не греши», если ты понял свою ошибку, закрой туда дверь и двигайся дальше. Но людям очень нравится ретравматизироваться, на этом целые религиозные системы построены. И это такой религиозный невроз. Но существуют другие формы саморетравматизации. Например, когда люди прожили в любви и согласии, ну, например, 5 лет, или 3 года, или 4 года, и потом они по какой-то причине разошлись. Когда один из супругов, когда один из партнеров ходит по знакомым, по психотерапевтам, припоминает какие-то эпизоды и сюжеты из своей жизни, хотя прошло уже 3, 5, 8 лет, вот, и рассказывает другим, как ей было плохо, как ему было плохо, собирает бонусы, сочувствие, внимание. Это саморетравматизация. Когда жертва какого-то морального или сексуального насилия, не дай бог, ну, я против всякого насилия, и морального, и сексуального, я против предательства всякого рода. Но если человек это в жизни пережил, но потом продолжает это переживать и всем рассказывать, он так со мной поступил, мне было так сложно и больно, это вот из-за него. Ну, это саморетравматизация. Вот, понимаете, я очень за проработку травмы. Я за то, чтобы человек рассказал
в чем он произошла какая-то травма, кто-то причинил ему эту боль, эту травму. И если ты хочешь выйти из травмирующего состояния, ты ее рассказываешь, хоть батюшке, хоть психотерапевту. Ты получаешь переосмысление, поддержку, принимаешь решение относительно, как быть со своим агрессором, то ли простить его, то ли забыть, то ли забанить. Вот, и все. И вы расходитесь мягко, по-человечески, ты уходишь из места и из отношений, где был травмирован. Но если тебе нужно непременно прокачивать свою правоту через то, что ты рассказываешь другим, что кто-то был неправ, и кто-то совершал над тобой там физическое насилие, моральное насилие, это саморетравматизация. Понятно говорю? Психотерапия многолетняя может быть саморетравматизация. Проработка, длительная проработка отношений в своей голове с тем, что меня мама не любила, у меня отца там не было. И ты все это рассказываешь, и ты эту претензию в себе прокачиваешь, и тебе дают поддерживающее принятие. Это саморетравматизация. Иногда человек может саморетравматизироваться на группах анонимных алкоголиков, наркоманов. Здравствуйте, я Андрей, я наркоман, у меня 6 лет и 351 день воздержания. Вот, я хочу рассказать такой эпизод, который был в моей жизни, когда однажды моя девушка мне сказала, что если ты меня любишь, то уколись со мной. И вот я укололся, и вот это я еще не рассказывал. Мне очень стыдно за свой поступок. Вот, спасибо, что выслушали. Любое вытаскивание покойников из своего прошлого и попытка драматически рассказать с чувством отношения со своим прошлым, еще раз проиграть, еще раз отказаться, еще раз почувствовать себя жертвой или почувствовать себя виноватым. Вы знаете прекрасно, что жертва перерастает в агрессора. Очень часто жертва, человек, испытавший какое-то насилие, становится пожизненным агрессором своего насильника. Но народ почему-то весь становится на стороне жертвы. Вот. Если я попадаю в петлю саморетравматизации, я чувствую себя живым, правым в той или иной ситуации, благодаря тому, что рассказываю о ком-то плохом, кто со мной плохо поступил, собираю лайки, внимание и сочувствие, и тем самым восполняюсь энергетически, принося себе душевное повреждение в реальном формате. То есть расковыривая травму того, что со мной было. Я знаю одного выдающегося учителя, ну, сейчас как бы так сказать, деликатно, чтобы не деанонимизировать. Вот. И его жена прожила с ним где-то лет 15 вместе, у них уже взрослые дети. И потом вдруг она осознала, что он насильник, он постоянно был абьюзером, как сейчас модно говорить. И вот она написала в интернете, как он 15 лет совершал над ней насилие. Вот она написала, что он ее морально унижал, что он даже рукоприкладствовал порой. Вот. И вот теперь она разобралась, и вот она предупреждает, предостерегает. А он человек такой достаточно рейтинговый, к нему приходят люди на занятия. И она рассылает по всем группам, по всем рассылкам, какой он гад, чтоб вы знали. Дорогая, ты 15 лет жила с ним. Почему ты жила с ним? Потому что тебе было это выгодно. Почему ты жила с ним?
Ну, один из вариантов, потому что твое чувство неполноценности, твоя травма получала подтверждение через взаимодействие с ним. Так или нет? Конечно, так. Теперь ты ушла. Теперь ты рассталась. Теперь ты осознала, теперь ты все поняла. Но сейчас ты не просто ему вредишь, ты саму ретравматизируешься. Вот, такие же истории бывают, знаете, вот я встречал, уж раз мы начали с разговора о религиозных темах, батюшек, которые уходили из православия, но уходя, они начинали бороться с православием, рассказывать какие-то вещи о православии плохие, о том, какие епископы плохие, о сращении государства и церкви в нашей стране, о коррупционной составляющей, о каких-то, то есть те, кто начали доставать там мерседесы этих батюшек на поверхности, их неприглядную какую-то нравственную жизнь других людей. Ну вот я знал таких батюшек, которые 10, 12, 20 лет прослужили, и вот они осознали истину, они ушли, и они продолжают бороться с епископами, попами, религией. Но они думают, что они борются, они саморетравматизируются. Был какой-то момент, когда им стало, допустим, то ли трудно, то ли больно. Вот, и они решили мстить. Эти люди, на самом деле, очень такие крутые травматики, профессиональные. Они саморетравматизируются, накачивают сочувствие и понимание со стороны других людей, одобрение через то, что они предоставляют на всеобщее обозрение негативность другой стороны и свое осознание, свое переосмысление, то есть получение значимости через травму. Да ладно, сделай что-то созидательное. Сделай что-то для людей. Например, ты откуда-то ушел. Да, ученики некоторых учителей, там Берта Хеллингера. Вот я знаю одного выдающегося травматика, который ушел от Берта Хеллингера и самоутверждается на том, что половину своих семинаров ведет разговоры о том, в чем Хеллингер не прав. Вторую половину дает теоретический материал. Ну что это? Прямо он дрожит от негодования. Саморетравматизация, конечно. Вот. Когда человек уходит из какой-то, например, структуры социальной, государственной, вот очень важно смотреть, ты действительно уходишь, осознав, что тебе в другую сторону. Ты действительно хочешь донести правдивую информацию о том или ином явлении. Или ты просто ретравматизируешься и пиаришься на том, как тебе плохо, вот каждый раз раздирая свою рану, воображаемую, реальную, на всеобщее обозрение для того, чтобы получать лайки. Вот когда мы говорим о вот этом семейном насилии, конечно, или домашнем насилии, вот здесь мы встречаемся очень мощно с этой ситуацией саморетравматизации. Я никогда ни в чем не оправдываю никакой вид ни морального, ни физического насилия. Но в какой-то момент в отношениях между людьми случилась ситуация, когда на определенные слова одного из партнеров другой партнер поднимает руку и бьет этого партнера. И тогда начинается глобальная борьба за справедливость, интервью на телевидении и, может быть, заявление в милицию и прочие вещи, где другой человек пытается исцелиться от травмы, причиняя ее себе и персонажу
которого считает абьюзером, своим насильником. Вот. Это способ получения внимания и сочувствия не через некое позитивное действие, а через травму. Это тоже вариант саморетравматизации. Ну, тут еще различные, ну, как сказать, такие философские, психологические, религиозные группы существуют. Например, человеку сложно, ну, как-то самому организовать свою жизнь интересно, вдохновенно, здорово. Он находит кого-то, какого-нибудь учителя, например, там вайшнавского или христианского, или батюшку какого-нибудь, примыкает к нему и в таком искреннем служении, в преданности, ну, просто и в таком здоровом симбиозе, во взаимодействии, какое-то время находится рядом. Потом вдруг ему объясняют, что ты находишься под его влиянием, что ты подпал под его влияние, что это не истинное учение, а ложное учение и так далее. И человек вдруг меняется, сознание меняется, и тот, кто был твоим благодетелем, вдруг становится твоим врагом, твоим тем, кому нужно мстить за то, что ты сам когда-то добровольно выбрал находиться рядом и выбрал влияние этого человека на себя и на свою жизнь. Получает этого и бонусы, и финансы, может быть, и чувство ценности и значимости. Ретравматизируйся на здоровье. Сколько угодно пиши о том, какой хороший ты, о том, как ты заблуждался, последовав тому или иному учению или учителю. Юлия Лагун мне рассказывала о таких вот учениках и у нее, и, скорее всего, у ее учительницы Марии Боросу. То есть человек приходит, говорит: давайте я вам буду помогать, я буду стулья разносить, я буду организовать ваши семинары. В какой-то момент учитель открывается и душевно сближается с таким человеком, после чего наступает стадия разоблачения, обесценивания, ну и публичной дискредитации. Понимаете, друзья, публичные люди, они очень рискуют, что-то делая для вас, обычных людей, для нас, обычных людей. Публичные люди очень рискуют. Потому что они всегда видны, они всегда на юру. Всегда по поводу их личной жизни, сексуальных отношений, может быть, каких-то личных ошибок, или, может быть, каких-то вопросов, связанных с финансами. Всегда всем людям, которые приближаются, очень интересно, что там происходит. Вас тянет к этому человеку. Пришли, получили, что надо. Если вы не психопат, не травматик, не невротик, когда вы получили что-то, вы, да, в том числе и в семейных отношениях, вы понимаете, что дальше отношения продолжаться не могут, и вы расстаетесь. И, друзья мои, не делайте себе плохо сами, уходите оттуда, где вы больше не получаете, но когда-то получали, но уходите с благодарностью. Чтобы о вас хорошо вспоминали, с добротой, заботой и любовью. Саморетравматизируйтесь, вы делаете плохо только себе. Заметьте этот механизм саморетравматизации в себе. Перестаньте доказывать вашим родителям, которые якобы были травмирующими, вашим учителям, вашим бывшим, какие они плохие, какие вы хорошие. Прекратите. Пора взрослеть. Более того, ваши психотерапевты иногда, не все, могут поддерживать этот механизм саморетравматизации, потому что они что-то имеют с этого. Согласитесь? Ну, что-то они с этого имеют.
Ну и, конечно, я говорю об этом с глубокой печалью, потому что есть еще один замечательный, прекрасный инструмент саморетравматизации под названием интернет. Когда я свое недовольство, свое негодование каким-то человеком начинаю излагать в публичном пространстве полунамеками, говоря о том, кто был причиной моих многолетних бедствий. Список прост. Мама или папа, бывшие супруги или, допустим, учителя, особенно у духовных искателей и таких пробужденных, просвещенных личностей. Понимаете, по вязкости тона, по полунамекательной интонации или по прямым обвинениям, по стилю всегда видно, человек разбирается с ситуацией и просит помощи, или человек продолжает отыгрывать травму. Вот, поэтому я очень желаю вам, еще раз повторю, разобраться с этим механизмом в себе и не делать себе больно для того, чтобы оставаться в глазах других людей правым.